Привет всем! Сегодня, как я и обещал, мы протестируем и сравним колонки Transmart Element T6 в красном цвете в данный момент и Transmart Element T6 Plus, которая новая, только вышла, что обновилось. Вот такой вот приобрела она вид, такой дизайн немножко изменился. 25 Вт, заявленный китайцами, здесь 40 Вт. Ну, на самом деле, естественно, сколько нет реальных, здесь, наверное, где-то 2 раза меньше. Что вы увидите? Буду включать одни и те же композиции, услышите. Ну, мне как показалось, здесь бас и сам голос, высокие частоты будут почище, чем в T6 Plus. T6 Plus будет погромче, более подойдет для выносной музыки, что называется. Взять с собой на рыбалку, на пикник и так далее. И если не хватает еще звука, соединить ее и еще одну такую же, либо, как я показывал вам, форса. И с мегой должно соединиться в ТВС режим, и тогда звук будет очень сильный. Для прослушивания дома, либо в закрытых помещениях, мне показалось, что обычный Т6 чище звучит, немножко поболее баса, но за счет смещенной такой конструкции она будет иногда при больших басах прямо-таки скакать по столу, как это обычно у вас и происходит. Сравнивайте, смотрите, пишите комментарии. Что я проверил на текущий момент? Проиграла на среднем звуке после моих тестов еще 12 часов. И начала сигнализировать, тройные пилики издавать, что колонка разряжена. Поставил я ее на зарядку, оригинальное Xiaomi зарядное устройство 5 вольт 2 ампера. Постоянно принимала колонка 5 вольт и 1,5 ампера, не больше. 3 часа 7 минут заряжалась и приняла на себя, смотрите сколько, 4000 миллиампер часов. После этого заряда она больше не принимает. То есть, видите, как, непонятно. И не 3200, и не 6400. Взяла ровно 4000, играет реально 15 часов. На средних это без вопросов. Hey, you, why you right?
До встречи!